Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hardress Info, перед нами Motorola Moto G100. И в этом видеоролике мы вам покажем, как на данном устройстве включить или выключить геолокацию. Для этого мы свайпаем по нашему экрану вниз. Здесь вам нужно будет свайпнуть два раза или свайпнуть двумя пальцами одновременно и найти пункт местоположения, который всегда где-то здесь находится. Если он горит синим, значит мы его включаем. Если нажать сюда и нажать закрыть, мы его выключаем. Больше видео об этом устройстве ищите у нас на канале. Обязательно подпишитесь, ставьте лайки и всего хорошего. До свидания.